Ребята, всем привет, короче, решил я пойти к бомжу, вот обед, только что поел, переоделся, так, меня грабили, да, я пришел к бомжу. Вставай, Артём, вставай. Ты еще помнишь, как меня зовут, хотя по мне не видно, то, что я Артём. Что ты здесь делаешь? Ой, страшно, сломалось, нет. Моя спальня, что-то треск, хрустнула. Ладно, вот, короче, прокашлялся. А зачем ты сюда пришел? У меня, короче, квартира грабили. У меня там немножко денег осталось. А ты забрал их с собой, вдруг сейчас его тебя опять ограбят? Нет. Нет, не забрал? Я бабушке отдал. Своей. Молодец. Ладно, а сколько там было? Там? Ну, где-то, не знаю, ограбили где-то 1002. Взяли. Ладно, пошли тогда, может, там осталось сколько? Осталось, может, 1000. Пошли. Так, короче, пошли еще. Я тебе 100 баксов дал. Ну просто... Ну тогда было без видео, без камеры. Я не мог просто, извините, у меня телефон там почти зарядка села, так что вот. Решил я пойти к этому. Все. Тем более сейчас хорошо видно, все. Вот, короче... Ой, вот сейчас подойдем вон к этому дому, Короче, погнали. Ты видел, что звук был какой-то, кто-то туда пролетел? Да, согласен. Между нами. Ладно. Просто стрекоза встречу. Что? Просто стрекоза пролетела между нами. Да, согласен. Опять тебе стрельнули. Ах ты, Сидор. Ну, боже, ну живи. Ну... Сильно прострелили? Да нормально. Должен выжить. А, да у тебя там вообще немного. Можешь вставать, у тебя там не прям сильно. Он убежал. Ты пойдешь, мы пойдем за ним. Я пойду. Стой, хотя бы... Хорошо. Так, ладно, пойду я к этому домику разбираться. Короче, пацаны, бомж там остался. Пойду потихоньку. Да, слышу, что-то бодновато. Тихо, потихо. Я чуть-чуть побегу. А-а-а, ты кто такой? Убью! Нес ствол! Серьезно так думал? Кто ты такой? Выйди, я с тобой поговорю! Телефон такой слабенький. Идем ко мне на базу. Здесь круто. Я украл вещи и все. Ради подписчиков я готов на что. Ты кто такой? Стой! Отпусти! Не дави! Возьми камеру, я покажу! На камеру. Я. Маску сними.